Гнездам на скалах трудно подобраться без страховки. Необходимо альпинистское снаряжение и навыки скалолазания. Ну вот, нашли жилое гнездо. Сейчас я туда поднимусь, закреплюсь, и мне ребята подадут в рюкзаке птенцов для подсадки. Вот мы высадили двух птенцов из питомника в естественное гнездо. Оставили им корму, ну как минимум на 1-2 дня, чтобы родители прилетели, всех покормили.